Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор смеси масел для ресниц 30 мл. Ресницы – это не только придуманное природой средство защиты наших глаз от загрязнений, попадания инородных частиц, солнца, ветра или воды. Ресницы еще и прелестное украшение каждой женщины. Это немаловажная деталь и обязательная часть восхитительного женского образа. Состав смеси для ресниц таков. Ничего сверхсовременного или инновационного в данной смеси не содержится. Смесь для ресниц состоит из весьма понятных и давно известных ингредиентов. Во-первых, это обычная касторка, которая составляет большую часть и является основой для смеси. Кто бы что ни говорил, но касторка лучшее, что есть для ресниц, и уже ее бы одной хватило для ухода. Во-вторых, смесь содержит масляный экстракт ромашки гинкго биллоба. Оба растения, экстрактами которых обогатила смесь, это универсальные спасатели на все случаи жизни, о свойствах которых известно очень много. Ромашка гипоаллергенна, питает реснички различными витаминами, не создает раздражения для глаз, ведь некоторые глазные болезни лечат промыванием ромашкового настоя или экстракта. Экстракт гинкго биллоба и вовсе уникальный, даже не косметический, а фармацевтический компонент. В-третьих, в смесь для ресниц добавлены еще некоторые витаминчики и активы, чтобы, попадая в кожу век, они оказывали стимулирующие на рост ресниц воздействие. Смесь для ухода за ресницами обеспечивает тщательное очищение век и ресниц от остатков косметических средств, пыли и пота, а затем бережно питает и ухаживает. Вот такой удобной бутылочке мы отправляем смесь масел для ресниц нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!